Доброе утро. Сегодня покажу, как я готовлю сырники. Казалось бы, ничего проще нет, но есть некоторые секретики, при которых сырники получаются просто идеальные. Начинаем готовить. Что нам понадобится? Нам понадобится 5 ложек муки, 500 грамм у меня творожка. Творожок можете любой брать. Немножко ванильного сахара. Кто не любит, можете не добавлять. Щепотка соли. Сахара 2 столовые ложки, можно одну, если не любите очень сладкое. Вперед и щепотка соли. Все. Начинаем готовить. Вот я открываю наш творог, с творога начинаем. Выкладываем в емкость. В одной пачке 250 грамм. Две пачечки 500 грамм. Так, сюда одно яйцо. Готовится очень быстро. Две столовые ложки сахара. Пять столовых ложек муки. Три. Четыре. Пять. Теперь хорошенько все перемешиваем. Немножко щепотка соли. Вот. И хорошенько до однородной массы перемешиваем. Я покажу свой метод формирования сырников. Это очень удобно так. Все ингредиенты опять будут под видео. Теперь что делаем? Теперь берем можно на доске, можно прямо на коврике, кому как удобно. Немножко в сторонку на доске муки. И формируем, вот так обваливаем в муке. Обваляли. Берем стакан. И вот так делаем высокие сырнички. Немножко приминаем. И так все сырнички делаем. Хорошо обваливать, чтобы не прилипало. Один. Следующий берем. Опять обваливаем.
и немножко приминаем. Вот получаются такие высокенькие сырнички. Все, дальше я показываю, что делаем. Теперь как выпекаем? Ставим сковородку, сюда наливаем растительное масло, можно отопленное масло взять. Ставим на максимальный огонь, как только сковорода разогрелась, вот почувствовали, да? Убираем до половины. На среднем огне будем готовить. И будем сейчас выкладывать наши сырнички. Готовим сырнички под крышкой. Так, выкладываем их. Выложили и на среднем огне под крышкой. Минутки 3-4 прожарились. Теперь переворачиваем. Готовим до румяности с каждой стороны. Видите, такие сырнички не распадаются и получается очень вкусно. Все, сырнички наши прожарились. Можно еще с этой стороны подрумянить немножко. Вот так. Буквально чуть-чуть. Все, снимаем наши сырнички готовые и укладываем в такую стеклянную с высокими бортами кастрюльку. Накрываем крышечкой, чтобы они у нас горяченькие были. И сейчас я приготовлю еще одну партию и будем с вами пробовать, что у нас получилось. Так, берем следующее. Масла много лить не надо. Так, чтобы немножко было покрытое дно. И тут же накрываем. Все, опять же обжариваем с двух сторон по 3 минутки до румяности и будем подавать. Друзья, в своих видео я показываю, что я заказываю для кухни. И в очередной раз мне пришло с Амазона, я на Амазоне заказываю, вот Tupperware, вот такой сип, сито. Вот смотрите, чем удобно. Значит, вы сюда макарончики или рис вливаете, водичкой заливаете, а потом ставите вот такая площадка. И все это через эти отверстия цедится и остается сухой у вас внутри. Очень удобный, кстати. Затем вот заказал такую форму 26 мм.
26 сантиметров в диаметре. Она съемная, чем хорошо, что есть бортик. Если тортик начинает где-то капать, то он не, в это дно будет уходить весь жир от тортика. И три формы вот такие, очень хорошие, алюминиевые, качество обалденное. Такие вот три формы еще заказал. Очень удобный вот такой вок. Сейчас я вам достану, покажу. Вок чугунный, производство Германия. Обалденный вок. Он такой тяжеленький. А, что ж такое-то? Вот, сейчас откроем. Он очень тяжеленький и очень хорошо обработан уже для готовки. Сейчас я достану. Вот видите, да? Вот такой вок, 32 сантиметра в радиусе. Этого достаточно, чтобы на семью готовить, допустим, пловы, всякие вторые блюда. Очень хороший, тяжеленький такой. Классные. И вот здесь инструкция. И в инструкции уже написано по применению вока. Ну, здесь такая жаровня, а вот вок. Вот. Здесь описано, что продукт уже полностью подготовлен. Единственное, что надо промыть. Промыть просто мыльным средством каким-нибудь. Вот такие закупочки. А сейчас будем дегустировать наши сырнички. Еще покажу, значит, вот тоже Тупперware, очень хорошая. Вообще я люблю эту фирму, она очень классная фирма, очень хорошо и в холодильнике, и в морозильнике хранить, и в микроволновке разогревать. Вот такие как бы салатники, дозаторы, две штучки я взял. Очень классная фирма. Рекомендую. Все, сейчас будем наливать чаек и дегустировать наши сырники. Еще вам покажу, какой я чай завариваю. И вот я два вида чая беру. Вот, один цейлонский и второй тоже такой индийский чай. Очень хорошего качества, премиум класса. Я их два смешиваю. Очень вкусные к завтракам чаи. Вот, сейчас я налил уже чайку себе, вот у меня с лимоном чай, этот заваренный, и вот такие сырнички, видите, вот такие сырнички получились, и сейчас будем пробовать, что у нас получилось. Вот, сырнички можно подавать со сметанкой, можно с карамелью, можно с шоколадом, с сгущенкой, с вареньем, с чем угодно. Сырник, он такой вариант, на завтрак вообще просто идеальный. Пробуем. Очень хорошая румяная корочка. Она запеклась с двух сторон, запаковала наш сырничек. Внутри у нас мягенько. Всем рекомендую приготовить. Очень вкусно. Показал свой метод, как я делаю эти сырнички. Готовьте с удовольствием. Приходите на мой канал. Подписывайтесь внизу, нажимайте на колокольчик. Не забывайте ставить лайки, мне всегда приятно. Комментируйте, всегда отвечу. Спрашивайте. Все ингредиенты будут под видео опять. Всем хорошего дня. Оставайтесь живы, здоровы. Пока-пока.